несчастья, которые обрушились на эти края, унесли жизни многих людей. И теперь души этих несчастных вопиют о мщении. Неупокоенные призраки готовы растерзать любого, кто вторгнется в их владения, ибо они верят, что человеческая кровь вернет их к жизни, которой они однажды лишились. Грабители, оскверни, верни моих. Не позволю им осквернить твои останки. За что ты мучаешь? Теперь мертвые успокоились. Предвижу славную битву.
этом склепе короны нет. Надо искать дальше. В аду. Я на верном пути. Корона где-то рядом. Упокоенные сотворены из человеческих останков, погребенных в общих могилах без подобающего обряда. Под действием темной магии разлагающаяся груда тел сливается в единое омерзительное порождение. Несмотря на все свои познания, я не могу придумать ничего лучше, чем спасаться от этих тварей бегством. Думаю, так же поступает и любой другой здравомыслящий человек. Нет, я не позволю тебе вернуть Леорика в мир живых!
Я возвращаюсь в город. Нашел корону. Сказать могу. О, да. Приятно снова взяться за работу. Готово. Наехонькое. Как в день, когда короновали Черного Короля. Мне нужно занять чем-то свои мысли. И ковка лопат мне не поможет. Я должен... Тогда нам с тобой по пути. Кузнец починил корону Леорика. Наконец-то! Я тут разжился новыми товарами. Они придутся тебе по вкусу. Нужна ярость. Булкатас благоволит мне. Мое имя Лахданан, и на мне лежит проклятие.
Когда-то я был капитаном армии короля Леорика. Верой и правдой служил я своему монарху и родине. Никто не был предан королю так, как я. Даже в тот миг, когда я пронзил его черное, порабощенное злом сердце. Продолжайте ритуал. Скоро он обратится. Аве магистрас. Аве региструс. Аве... Ваша магия слабеет. Я свободен. А теперь я вернусь к своей миссии. Кто ты? Скоро узнаешь. Скажи, что привело тебя в это проклятое место? Я пришел убить короля Скелета. Я тоже. Секанты тащили меня мимо этой мерцающей бездны. Откуда она была? Это я и пришел выяснить. Меня зовут Кормак. Я воин из Ордена Храмовников. Если ты ищешь короля Скелета, то тебе не удастся избежать встречи с Йондором. Нам было бы разумно держаться вместе. Храмовникам можно доверять. Будем сражаться вместе. Путь преграждает темная магия, но воля храмовника сильнее ее! Йондор, ты же был храмовником! Как ты мог оказаться в этой секте? Теперь члены темного культа мои братья, Кормак. Скоро силы, которым мы служим, будут править этим миром! Темного культа затмило мой разум. Предательство нельзя простить. Благодарю за помощь. Я отправлю, если мы найдем. Хорошо. Вперед! Веди нас к славе!
Я даже не вспотел! Долгой битве! Достойный соперник.
пытался сосчитать, скольких мы уже убили, но сбился со счета. Ярче! Мне нужна ярость. Горите в аду. Что это? Лишили вас силы. Во всем повинен Лазарь. Пользуясь доверием короля Леорика,
Темным колдовством он внушил ему, что нападение войск Вестмарша неизбежно. Боясь возразить архиепископу, советники лишь склонили головы в молчаливом согласии, отправляя нас на верную смерть. Чему мне нужно научиться? Не подходите к нему. Это должен сделать я. Пусть смерть избавит тебя от безумия, Леорик. Предатели! Даже после смерти армия Хандараса будет повиноваться своему королю. Даже если вы не будете. Ты осмелился осквернить мой склеп теплом жизни! Тебе конец, отродье тьмы! В бою тебе бывает страшно? Настоящий воин не знает страха. Значит, нам с тобой повезло. Вера не дает страху завладеть моим сердцем.